Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Призрака Цусимы. Ну что ж, давайте продолжать выполнять ветку госпожи, как ее зовут-то, блин, Масако. Вот, у них имена такие, я не запоминаю их, блин. А что у нас тут? Господин! Рад тебя видеть. Гонзеро, да? Ты служил господину Нагао. Хороший был человек. Мне очень жаль. Я польщен, что вы помните простого слугу, господин Сакай. Здесь многие обязаны вам жизнью. Боюсь, битва за наш дом только начинается. Вот почему мы хотим помочь. Люди отдают, что могут, и... Прошу вас, примите это. Спасибо, Гонзеро. Тебе и всем, кто пожертвовал. Мы будем и дальше помогать вам. И мы, и другие люди, до которых дойдет ваша слава. Да хранят вас боги. Ага. Доступно даров 2. Ну-ка, давай посмотрим. Интересно. Алтарь даров. Доступно даров 2. А, ну, давай. Собрать. Я взял разъяренный воин для гордого самурая Цусимы. Прикольно. Ха-ха-ха. Прикольно. Ну, не буду надевать, не вижу смысла. А что еще есть? И полотно еще. Хорошо. Ясно, чем дальше мы проходим, тем больше подарков мы получаем. Теперь ясно. И что вы видите? Монголам мало было лишить нас крова. Теперь они сами устроились в наших домах. Слишком много домов разграбили и спалили дотла. Недавно они выгнали хозяина из соседнего дома. Он не хочет уходить отсюда и все просит о помощи. Я его найду. Ага, ну-ка смотрим. О любопытном месте. Зов родного дома. То есть, опять же, что прикольно, нужно разговаривать с людьми, чтобы они тебе рассказывали про интересные места. Это не просто так сделано, да? Прикольно, это хорошо, мне такое нравится. Что у нас тут? Господин Сакай, скорее сюда! Привет. Госпожа Масако, есть вести об убийцах вашей семьи? В списке, что мы нашли, первое имя Садао. Это староста деревни Кута. Кута служила вашему клану. Почему он вас предал? Потому что он неблагодарный мерзавец. Мой муж сам назначил Садао старостой, чтобы негодяй потом убил его детей. Я знаю, что он спешно бежал из Куты в ночь нападения. Значит, прослышал, что вы выжили. Садао – коварная змея. Но его брат Хати – глупец. Он только что проехал мимо храма, повез еду для беженцев. И наверняка заглянет туда, где прячется брат. Вот тут-то мы его и поймаем. Угу. Хорошо. Предводитель. Надо идти, иначе мы его упустим. После всего, что случилось, не ожидал вновь увидеть вас в этом храме. Я пришла, чтобы отыскать брата Садао и оплакать мертвых клана Адати. Вы дали семье достойное погребение? Нет, пока убийца на свободе. После смерти отца я простился с ним в ту же ночь. Это помогло унять боль. Я похоронил их. Довольны этого. Пока что. А когда вы в последний раз спали? И ели? Я ела рис и рыбу. Вчера. Даже юным воинам необходим отдых. И сытый живот. Ты считаешь меня старой, господин Сакай? Я бы не осмелился. Будь уверен, моя рука тверда. Не, она интересный персонаж. Мне нравятся все какие-то интересные. Блин, вот серьезно. Что учитель такой необычный, какой-то темный, да? Что она какая-то такая тоже интересная женщина. Мы уже должны были нагнать Хати. Куда он мог пойти? Обе дороги изъезжены. Осмотрим здесь все. Он где-то рядом. Ну хорошо. Две дороги. Смотрим по сторонам. Что-то здесь есть, но это, скорее всего, не кровь, это просто, ну, мокро здесь. Хорошо. А что у нас вот там такое интересное? Смотрите.
Ну-ка. Но опять же, то есть мы далеко ушли, значит, получается, не сюда. Хорошо. Вероятнее всего в эту сторону. Вон там что-то я впереди вижу, смотрите. Кто-то есть. Масако, там человек с тележкой. Это Хати, брат Садао. Уходит. Последуем за ним. Близко, но не попадаясь на глаза. Хорошо, давай поверху. А то потом морковки не получишь. Славная погода для прогулки. Вон еще, смотри, кто это? Это монголы? Это монголы впереди. Сейчас тихонько подкрадемся. Куда-нибудь сюда, в кустах-то меня не заметят. К нему кто-то пришел. Нельзя, чтобы нас увидели. Еда, вода, всякое. Покажи. Пожалуйста. Нам обещали сокер. Ты достал? Пока нет. Зато есть кое-что для вашего гостя. У них встреча. Мы передадим. Он передал им записку. Я еще загляну, как обычно. Мы будем ждать. Забудь о повозке. Следуй за лошадьми. Понял. Идем наверх. Вроде меня отсюда не заметят. Вон они. Он полный болван. Он брат старосты. Все равно болван. Но саке у него славное. Сегодня он саке не принес, только записку. Эта записка дороже твоей жизни. Если мы ее не доставим, староста нас убьет. Садао человек семейный. Только семья скверная. Его братья разбойники. Помните бунты из-за нехватки риса? Поместье Кута. А кто, по-вашему, нанял разбойников, чтобы убить бунтовщиков? Садао, староста. Трус. Так и знала. Вот-вот. Так что не забывайте о резне в Куте, когда вспоминаете старосту. Угу. Интересно. Но это японцы, это не монголы. Так. Куда-то сюда они поскакали. Мне кажется, они остановятся вот там сейчас. Да? Да, там кто-то есть еще. А чё ветер подул-то, блин? Ну, обмануть меня решил, что ли? Дом дровосека. И там разбойники. Двоюродные братья Садао. Наверное, он здесь. Мы этого не знаем. Но скоро точно выясним. Ты в тупую решила, что ли, дамочка? Охренеть. Блин. Закончились. Тихо-тихо, кто первый? Готов? Вот сволочь. Следующий. Готов? Есть еще.
А, закончили стрелы. Да что ж такое, а? Че так не вовремя-то все? Во, было хорошо, видали? Новый прием. Бежим. Что-то она там не справляется. А, блин, нету, нету, точно нету. Сюда. Бежим, не останавливаемся. А, он упал, что ли? Было хорошо. Офигительно. Как же приятно здесь драться. Где она там? Мертвецы не отвечают на вопросы. В доме кто-то есть. Он и ответит. Позвольте сперва мне. А то знаем, как ты допрашиваешь, блин. Не надо бояться. Мое имя Сакэ. Кто ты? Хина, жена Садао. Мой муж не виновен. Это монголы убили вашу семью. Где твой муж? Я не знаю. Ты лжешь. Она поможет. И здесь ей быть нельзя. Я заберу ее в свой дом. Она же убьет меня! Никто тебя не тронет. Он так сурово это говорит. Никто тебя не тронет. И прям ни один мускул даже на лице не шелохнулся, понимаешь? Аж страшно становится. Я бы не поверил. Итак, что у нас тут? Даже ничего не дали. Что-то как-то слабовато. Оберег решимости, оберег пользы. Да, посмотрим, что это такое. Увеличивает обретенную решимость на 15%. Ладно, пока не надо. Теперь смотри, у нас там типа новое задание появилось вроде как, да? Очередное. Ага, именно так. Что у нас есть поблизости? Ну, пошли, наверное, вот таким вот образом. Заглянем вот сюда. И потом пойдем выполним еще одно задание. И тут еще, смотри, за путеводным ветром можно следовать, типа. Чтобы он искал ветер здоровья, ветер решимости. Видимо, чтобы искал эти вот всякие там, ну, вы поняли, места, где можно увеличить здоровье и решимость. Ага, потом в дальнейшем я могу еще вот это прокачивать. Хорошо, я тебя понял. Ну, я поскакал, ребят, давайте, буду на месте, включусь. Ты мой верный помощник. Осторожней, господин. Дорога здесь опасная. Да, я понял. Опасная для самурая, но не для жрицы. Что ты тут делаешь? Выполняю свой долг. Ухаживаю за святилищами. Когда война закончится, люди снова будут искать врата Тории, чтобы пройти к святилищам и попросить у богов защиты. Защита не помешает и сейчас. Да, но путь очень опасен. Я хотела добраться до ближайшего святилища, но чуть не разбилась насмерть. Может, мне попробовать? В детстве я облазил рядом с домом все деревья и утесы. Если у вас получится, помолитесь за наш остров. И возьмите себе оберег Амамори. Носите его близко к телу, и он изменит вашу судьбу. А может, и судьбу Цусимы. Спасибо. Ну хорошо, да, попробуем. Ищите врата Тории. Их на острове много. Они укажут вам путь к святилищам, где лежат обереги Амамори. Круто. Буду иметь в виду. Спасибо большое за информацию. Стоять. Понял. Вот так, сюда. Наверх. Давай как-нибудь вот сюда. Здесь тоже можно залезть. И постойте, постойте. А можно вот тут пролезть. Дальше. Тут можно тоже пролезть, но погоди. Вау.
Офигительно, еще камера так отъехала назад, да? Какая ж красота. Птица летает, золотая. Не прикольно, типа, сделано, что как бы, типа, родной дом помогает бороться с монголами во-всякому. Да, там природа тебе подсказывает, там, животные подсказывают, где ништяки лежат, там, ветер указывает дорогу. Классно. Как будто бы сама Цусима хочет, чтобы ее спасли. Погоди. Не так, видимо, нужно обойти каким-то образом. Да, вот здесь можно это сделать. Нет? Писяльно, писяльно. И как быть? Ну, я не допрыгну, мне кажется, да? Давай попробуем. Хотя я не уверен, что я смогу это сделать. Нет! Ой. Вышло как-то не очень хорошо, я так понимаю, да? Да, все правильно. Ну вот. Типа, нам не сюда, вероятнее всего. Давай с другой стороны попробуем тогда. Вот сюда, если пойдем. А тут негде свернуть. Сейчас смотрим еще раз внимательно. Ну, давай сюда. Отсюда вот... А, все, понял. Тут все по-хитрому. Теперь смотри вот сюда. Снаряжение обновлено. Но это пока еще смысл. Подожди, я не понял. Наверх. Что-то не хотел он сразу этого делать, негодяй. Теперь смотри. Нет, наверх так мы не поднимемся. Давай лучше с этой стороны. Блин, ну красота какая, етить, колотить. Слушайте, не могу оторвать взгляд. Ну, короче, эта тема как в Ассасине. Типа подъем на вышку, давайте так это называть. Что самое смешное, в Одиссее уже отказались от этой темы. Всей. То есть, получается, в этом плане Цусима похожа больше на Ассасина, чем сам Ассасин, блин. Хотя я бы не сказал бы, что тут прям до хрена схожестей. Такая какая-то помесь Секера в открытом мире с чем-то еще знакомым. Ну, точно не Ассасином. Потому что, ну, стелс, блин, был в других играх. Шинобида каким-нибудь. Круть. Оберег Аматерасу. Что-то знакомое такое слышал, что-то. Убийство врагов восстанавливает немного здоровья. Ну, давай что-нибудь сделаем. Так, положение. Так, накладывайте не то. Давай вот так. А, типа нельзя? Да, не везде можно поставить. Ну, хорошо. И восковое дерево. А, и так можно быстро спуститься. Прикольно сделали, слушай. Да, это классно, мне нравится. Теперь, поскакали на задание, я думаю, да? Где оно там было? Тут еще рядом есть какой-то вопросик. Можно заехать, в принципе, да? Вы же не против? Сейчас поехали. Смотри, там что-то есть, я, кажется, вижу. Это источник горячий, да, в котором можно искупаться? Ты только глянь на это. Да-да-да, это оно. Источник с видом на горы. Ух ты, прикольно. Вы прибыли в отмеченную точку, я понял. Что тут можно делать? Ну, я... Поплавать можно как-нибудь? А вот. Опа, тихо, обнаженка, ёб твою за ногу. Мой отец, мой дядя. Это странно, сидеть голеньким в ванной и думать о дяде. Мой отец, давай послушаем. Никогда не забуду день, когда убили отца. Я спас бы его. Будь я старше и сильнее, и если бы не испугался. Максимальный запас здоровья увеличен. Ага, прикольно.
все, пошли. Ага. Ну, тут много всякой фигни, да, можно найти так на карте. Пока у нас что-то повторяющегося не было ничего, да? Но я думаю, что все, там уже больше ничего не будет нового. Ладно, поскакал я вот сюда, ребятки. Выходите! Орлы монголов. У монголов есть соглядатые в небесах. Если вас увидит орел, он известит ближайших врагов. О, нифига себе. Что-то новенькое. Хорошо, я тебя понял. Все получилось. Нифига себе, нарвался, блин. Хоп, красиво вытер и подхожу к даме. Сюда! Все будет хорошо. Я так рада, что вы уцелели в кровопролитии при комоде. Что случилось? У меня был дом у реки между Цуцу и Адзама, они его сожгли. Вы их увидите, если заберетесь на скалы. Спасибо за совет. Я посмотрю. Не, мне нравится, что постоянно тебя чем-то награждают. Информация какой-то полезной. Там, я не знаю, какими-то ништяками. То есть нет ничего пока что бесполезного здесь. Опять же, вот вам рассказали о любопытном месте. Вот оно. Клево же, блин, сделано. Офигительно. Вот это я понимаю. Многим стоит поучиться, кстати. Я не понял. Это типа клон, что ли, появился, не? Или это не мой конь? Молодец. А это не мой конь, ладно. А то я ж перепугался. Вы трусы! Так, тут какие-то еще обманные атаки могут быть. Смотри внимательно. Ага. Ну ладно, это прикольно. Что-то новенькое, оказывается, противоборство не всегда одинаковое. Хорошо, следующий. Ах ты ж сволочь. Следующий. Где, блин? Еще пытаются обмануть, чтобы меня на атаку вывести. Я просто, если раньше атакую, если вы вдруг не знали, там сталкивался просто, случайно раньше атаковал. Грубо говоря, я наношу атаку, они успевают увернуться и убивают меня. Опа, смотри, поющие сверчки. Хм, это что такое? Сверчки – символ прихода осени, о котором нередко слагают стихи. Некоторые держат сверчков дома в маленьких клетках, чтобы слушать их пение. В природе сверчки водятся где угодно, но, как говорят, больше всего их на кладбищах. Там они поют колыбельные мертвым. Жесть. Короче, если что, нашел вот тут. Давайте, наверное, увеличу, да? Все, поскакал дальше. Ой, прости, братан. Так, все, ребят, я господин на месте. Господин Сакай. Госпожа Масаку. Жена предателя сказала, где он прячется? Когда я спрашиваю, она сразу опускает глаза и в слезы. Легко понять. А мне что делать?
Может, ее очарует молодой самурай? Она в доме. Ждите. Супруг. Ну, пошли. Господин. Госпожа Масако хочет меня убить. Это видно по глазам. Я ей не позволю. Но мне нужна помощь. Я рассказала все, что знаю. Хатя относит твоему мужу послание. Она знает, где он. Рано или поздно Масако найдет их обоих. Нет, вы должны его спасти. Мне нужно добраться до него раньше нее. Где он мог спрятаться? Ты его знаешь. Дайте подумать. Это важно, Хина. Твой муж убил невинных людей. Я вернусь. Но... Я дал ей время подумать, где он может быть. Что ты ей предложил? Давайте пройдемся. Туда, где она нас не услышит. Я сказал Хине, что попытаюсь спасти ее мужа. Ты же знаешь, что я его убью. Мне нужно было ее доверие. И ты солгал. Я сказал, что попытаюсь. И это правда. А что ты ей скажешь, когда ничего не выйдет? Скажу, что вы не сумели его простить. И я не мог встать между вами и правосудием. Куда я здесь не посмотрю, гибель моей семьи все время перед глазами. У вас была родня, прежде чем вы перешли в клан Адати? Вы можете вернуться к ним? Мой старший брат умер несколько лет назад. А сестра, на нее напали убийцы. Я узнала ее только по золотому поясу. Зря я напомнил вам о том дне. Я никогда не забываю. Здесь должна быть музыка. Что? Здесь мы с внуками сочиняли песни. Так мы чествовали смену времен года. Я больше этого не услышу. Проведите влево на тачпаде, чтобы сыграть на флейте, доставшееся вам от покойной матушки. Она как-то говорила, что от ее трели меняется погода. А влево, блин. А то я знаю только, где право. Спасибо. В дом, скорей! Блин, вот у меня реально, я знаю ее там, блин, час максимум от силы, а я и сопереживаю, действительно. Вот тебе история мести уже, понимаешь, да? Дракман! Оу! Ты тут? Ты еще с нами, Дракман? Убили ее. Проклятие. Хина. Ищем убийцу. Быстро! Надо осмотреться. Должен был остаться след. Ищем, 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 наверное, на улице. Смотри внимательно. А что если так? А, вон, вижу. Сюда. Хорошо. Подожди. Следы вот. Потом вот сюда налево. Прямо. Зачем было убивать Хину? Чтобы помешать нам найти Садао. Предатели знали, что она у нас. От дома лесоруба сюда путь не близкий. Ее многие видели со мной. Вы все подстроили. Сделали ее наживкой. Надеялась, ее муж попадется. Теперь невинная женщина убита.
Ее убили предатели, не мы. Но навлекли их вы. След всего один. Убийца пришел без помощников. Хина мертва, так что он нам нужен живым. Опа! Помогите! Он нужен живым. Кровь идет! Где еще? Не хочу так умирать. Подожди. А, еще есть враги? А, вон, да, есть. Кровь идет. Ой! Помогите! Да ёптать. Где еще? Да, все. Нет, только не вы. Хати, брат Садао. Зачем ты убил Хино? Я думал ее освободить. Она не давалась. Хотела спасти Садао. Начала кричать, звать вас. Я не хотел. Где твой брат? Я его подвел, но не предам. Не смей умирать! Говори мне, где он! Он мертв. Нет. Хина умерла напрасно. Ее убили предатели, как и мою семью. Я не могу бросить поиски. Он доставлял брату послание. Может, и сейчас. Что-нибудь нашел? Эта карта принадлежала Хати, брату Садао, староста деревни Кута. На ней отмечены пути снабжения, по которым ездил Хати. Карту пути снабжения? Он возил еду в лагеря для выживших. Возможно, Садао прячется в таком лагере. Отправляйся в ближайший из них. Найди главного монаха. Может, он сумеет прочесть карту. А вы? Похороню Хину. Это мой долг. Как закончу, найду тебя в лагере. Кстати, знаете, что самое смешное, по-моему, то, что мы сейчас проходим, это все сайды. То есть это не сюжет вообще. Ну, я так понимаю, потому что, смотрите, сейчас объясню. Логику. Оберег двойного разрушения. Ну-ка посмотрим, что он делает. С вероятностью 5% атака наносит двойной урон. Не знаю, маловато. Смотрим. Новый дар доступен. Понял. Гляньте. Вот это вот. Похоже, просто истории, да, истории Цусимы, это все допы, мы сейчас проходим, просто допы. Сюжетные задания отмечены вот так, ребят, смотрите. Вот это вот сюжетное задание, видите, путешествие Дзина. Вот такие вот пироги, и то есть допы здесь вот такие, которые, ну, то есть они интересные, действительно. Да, там режиссура как бы хуже, чем в сюжетных заданиях, это видно. Но при всем при этом за этим интересно наблюдать. Это клево, по-моему, да? Ладно, что нам нужно делать? Смотрим. Алтарь для даров и бронник. Доступно два улучшения еще. Ага, хорошо, хорошо. Ну, давай быстро смотаемся, почему нет? Я на месте. Давайте теперь искать бронника. Сначала можно забрать дар. Сто припасов, это хорошо. Теперь касательно бронника. Где у нас там был бронник? Вы помните? По-моему, вот здесь. Да, именно он. Господин, подожди-ка, господин. Стоп, это у нас оружейник, а не бронник. Что-то мне показалось, что это бронник почему-то. Так, полотно взял. Где у нас, вон, да, вижу, отмечен. Мои доспехи спасут от монгольских доспехи клинков. Клана самураев. Уменьшение любого вида урона. Ну, хорошо. Крепче не найти.
понял тебя. Облачение путника. Можно это тоже прокачать, сказали, полезная штука. Будет помогать искать артефакты. Смотри. Это честь помогать. Изменилось. Прикольно. Да, сет изменился. Нифига себе, это прикольно. Ха-ха. Офигительно. Теперь. Ну что, давайте, наверное, я поехал опять вот сюда. Да, продолжим проходить ее ветку. И по пути можно заехать еще вот сюда. Я так и сделаю, давайте, буду на месте, включусь. Так, веди, лисица. Сестрица. Не, ну очень красиво. Я прям, не знаю, до сих пор не перестаю поражаться. Как-то, честно вам скажу, в том же The Last of Us у меня эффект офигительной графики прошел гораздо быстрее. То есть там красиво вообще, красиво, но как-то эффект прошел очень быстро. Возможно, типа из-за того, что там вся архитектура, она однотипная. То есть там дома заросшие, блин, травой. То есть и все. А здесь, понимаете, разный этот, скажите вам скажу, постоянно ландшафт. Разные деревья даже, там разный цвет деревьев, там листва летающая тоже. То есть, ну это вот все, короче, как-то, ну, дольше сохраняется вот этот вот эффект новизны, скажем так, да, графический. То есть вот именно восприятие. Вроде игра, она в плане красоты, если мы посмотрим по детализации, хуже, чем The Last of Us. Но вот благодаря работе художников, да, как-то вот, не знаю, у меня эффект вот этого вот еще пока не прошел. Я еще пока не привык к такой красивой графике и красивым видам. Хочется еще и еще смотреть. Так, ладно, поскакал дальше. Что я добыл. Угу, я доехал. Берегите себя, господин. Там вон еще что-то можно купить. Давай посмотрим, стоять. Что там такое было? Прочесть свиток. Току, надеюсь, ты найдешь это письмо. Когда пришли монголы, начался такой переполох. Помню, как ты схватила меня за руку, а дальше ничего не помню. Я везде тебя искала, но так и не нашла. Верю, что ты жива, и мы скоро встретимся. Отец поведет нас в Куту. Попытаемся уплыть с Цусимы. Если ты это прочтешь, поспеши к нам. Угу. Хотите взглянуть на товары? Декоративный лук, краски для доспехов. Ну-ка, интересно, смотри. Удерживайте, чтобы купить. Чтобы открыть, хорошо, давайте, почему нет? Помочь вам в битве — это честь. Хорошо. Набор мечника. Что у нас тут есть? Крадущийся тигр. Господин Сакай. Глаз снежного дракона. Давай купим. Красивый. Принесите белый. Принесите еще и вещь ваша. Все, пошли. Вот. Дзюн Син, я должен был догадаться, что ты здесь. Чем могу служить, господин? Хорошо знаешь округу? Я организовал эти лагеря. Эта карта тебе знакома? Мы даем такие тем, кто развозит еду на телегах. Тут отмечены лагеря, чтобы никого не обделить. Это что, кровь? Посмотри, здесь только ваши лагеря. Я слышал, что в Ариаке наши люди убивают друг друга. Предатели губят невинных людей. В клане Адати погибли женщины и дети. Помоги нам найти убийц. На этой карте отмечен маяк Ариаке. Там у нас лагерей нет. Люди говорят, там засели разбойники. Не разбойники. Гораздо хуже. Прибыла госпожа Масако. Думаю, она захочет говорить с вами. Что ты узнал? Староста деревни Кута может быть на маяке. Клан Адати построил это для Ариаке. У предателя нет стыда. Садао защищает. Мы не сумеем подойти незаметно. Пусть. Дадим предателю время, чтобы он успел ощутить страх перед грядущим. Идем. Предатель. А, так. Почему Садао вас предал? Я обвинила его в краже риса. В том, что он ради денег обрекает людей на голод. Вы думаете, в Куте не хватало риса из-за него? Я не смогла ничего доказать. Но это было настоящее бедствие. Я знала, что он что-то скрывает. Мерзавцы хорошо скрывают свою натуру. Это да. Снаружи охрана. Трус прячется на самом верху.
пришла за твоей головой! Вон отчаянная, блин. Ни хрена себе, их там вы видели? Погнали. Стойка воды у меня уже стоит. Да, поехали. Пошли. Теперь вот так разгоняемся и... На тебя, сука! Ха-ха-ха-ха. Жалко, что у него не улетел. Было бы прикольней. Сука. Вроде все. Красиво было. А нет, не все. Помогаем ей. А, она сама справилась. Молодец. Не дергайся. Все уже кончилось. Дружище, лучше бы ты не приходил. А я тебя предупреждал. Вы убили Хину и моего брата. Они мертвы из-за тебя. Вы должны были погибнуть со своей семьей! Увы, не погибла! Что за странные звуки? Он сам себя убил, что ли? Будь проклят! Вы убили Садао. А, она его убила. Типа просто слишком быстро, видимо. Масако. Он помог убить всех, кого я любила. И ради чего? Чтобы утолить свою жалкую ненависть. Когда самураи проиграли битву, я хотел умереть с ними. Я бросился в бой, зная, что обречен. Так было. Проще. И как ты живешь? Я помню, что нужно защитить живых. И отомстить за мертвых. Садао убит. Те, кто его нанял, узнают, что я жива, и иду за ними. Они испугаются, совершат ошибку. Будьте осторожны, Масако. Ты тоже. Теперь ты тоже мишень. Мы найдем всех остальных предателей. Но сперва нужно спасти моего дядю. Я буду ждать тебя в селении при замке Канеда. Угу. Типа можно это все, я так понимаю, не выполнять, и тогда они мне в бою помогать не будут. Я так понимаю? Если так, то это прикольно. Это отличная идея. Так, что-то я там куда-то провалился в чью-то лошадь, блин. Кстати, можно прокачать перк. Оберег свирепости. Угу. Награда воителя. Краска для клановых доспехов. Хорошо. Так, а можно из лошади вылезти? Только не из задницы, пожалуйста. Спасибо большое. Теперь смотри. Ну да, смотри, она будет ждать меня у замка Канеда. Да, она будет помогать мне. Слушай, это прикольно. Это классно. Теперь, что я предлагаю сделать? Давай-ка, наверное, для разнообразия выполним какую-нибудь одну миссию сюжетную. Например, давай-ка мы... к сломленному кузнецу. Как вам такой вариант развития событий? А потом в следующей серии займемся уже сайдами, да? А что здесь есть? Легенда укрепляется малой. Быстрое перемещение. Маяк Арикака, Ариака не завершено. А что тут надо делать? Это что такое? Торговец, я понял, лагерь беженцев, неисследованное место. В принципе, можно еще и это захватить. Давай посмотрим, что у нас тут можно сделать. Просто ради интереса, потому что мы все равно здесь, правильно? Поэтому какая хрен разница? Может, просто нужно, типа, одолеть врагов, я так понимаю, и дадут мне что-то интересное, или нужно что-то найти, не знаю.
показывает сюда, типа, иди сюда. Ух, блин, за что ж такое, я забываю про эту херню, что я не как ассасин, блин. Вы прибыли в отмеченную точку. Это, конечно, замечательно и здорово, но что я должен здесь найти, я не пойму. Чтобы, типа, было завершено. Может, нужно вернуться сюда позже, чтобы появились враги, потом здесь нужно, наверное, одолеть генерала, и что-то произойдет, хотя вряд ли. Потому что так было бы отмечено, что, типа, территория монголов, да? А здесь такой отметки нет. Может, просто что-то я упустил. Сейчас посмотрим. Все-таки. Вот, смотри, зажечь огонь на маяке. Это какое-то новое, да? Какая-то новая активность. Ага. Понял тебя. И что это дает мне? Просто, типа, выполнено, да? Немножко авторитета получаю. Ну, допустим, ладно. Там еще одна секретка неподалеку. Где-то вот здесь. Не секретка, а неисследованное место. Давайте сгоняем. Только сначала я предлагаю что-нибудь прикольное прокачать. Слушай, а там же можно еще и стойки качнуть, да? Это все качается тоже через эту всю херню. Ну-ка, стойка воды. Обрушьте на врага шквал из 4 стремительных ударов. А здесь что у нас? Поразите врага 2 пронзающими ударами. О, прикольно, хочу. Хули все. Я поскакал. Я понял, что это за место. Это очередное логово лисицы. Это, ну, лисья нора, какая разница. Давай, веди меня, лисичка, давай вперед. Куда она меня приведет, интересно? Как на какую-нибудь скалу очередную, с которой я потом хрен слезу, да? Не смей этого делать. Как обычно, я по-другому не умею ходить. Спасибо тебе большое, лисичка. Все, вы помолились Инаре. Можно погладить ее, да? Смотри. Ты моя хорошая. Хорошая, хорошая. Счастливая, тоже убегает. Мне это прикольно, не знаю, мне игра очень нравится. Вот серьезно. Понятное дело, что там не 20 из 10. Там, да, там не игра года. Я могу точно вам это сказать. Но она хорошая, и я получаю от нее реально удовольствие, приятные чувства, блин. А не то, что как от предыдущего. Не от предыдущей не до игры, блин. Которые тебя говном макают, блин, всю игру и оставляют ни с чем в итоге. Без чувства какого-то удовлетворения, блин. Короче, ладно, забудем про это говно, а то я не могу, вот просто напрашивается сравнение, понимаете? Вот только-только вышло, и как бы, ну, блин, 2 игры. Ладно, я поскакал, вот сюда, показываю еще раз, выполним сюжетное задание. Как раз-таки посмотрим в плане режиссуры, как оно отличается. Тут можно просто очень долго сидеть на сайдах, но мне кажется, это неправильно. Нужно уметь вовремя отлипать и двигаться по сюжету. Очень часто я... Ну, сам делаю такую херню, то, что я отрываюсь от сюжета, залипаю в сайдах и забываю сюжет. Это неправильно. Так играть просто нельзя, ребята. Просто нельзя. Потому что, ну, в итоге весь кайф потеряется, и динамика тоже упадет очень сильно. Повествование именно. Поэтому нужно все-таки вовремя так себя останавливать и говорить, иди по сюжету, пройди пару миссий, а потом возвращайся к сайд-активности. Что-то я еще нашел, смотри. Что это за дичь? Какую-то дичь нашел по пути. Секундочку, надо проверить. А, соломенная шляпа, клинок демона. Для странствующих воителей, которые дают отпор злым духам. Ха, прикольно. А, покажу, где нашел, чтобы, может, кому-то пригодится. Вот здесь. Все, ребят, я на месте. Конечно, там гроза такая фигачит, блин, атмосферно, очень круто. Это было не
это был напуганный торговец. Виду, все же сработало. Я втюхал им кислый рисовый отвар, а ты... А я еще целый месяц ходила, оглядываясь. Без всякой причины. Ты мне должен. Интересно. Так и надеется на нас. Он славный парень, но это слишком опасно. Ничего не выйдет. Все у нас выйдет. Это твой самурай? Зови меня господин Сакай. Простите, господин. Я Кэнди. Уважаемый торговец. Лучшее сакэ на острове. И самый ловкий проходимец. Вот почему он поможет нам вызволить моего брата из Адзаму. Это не город, а крепость. Если его взяли монголы, пробиться внутрь сможет лишь армия. Или единственная партия сакэ. Не сработает. Готовь свое сакэ. План действий обсудим на ходу. А давайте сперва выпьем. Обговорим все. Нет, Кэнди. Сломленный кузнец. Когда подойдем к городу, вы спрячетесь в телеге с сакэ. Телегу же обыщут. Мою не станут. Я уж давно вожу им свое сакэ. И как они его любят. Выпивка, Мулгу! Дать выпивка! То есть ты торгуешь с врагом? Все честно. Им выпивка, мне голова на плечах. Ну, все готово. Вы точно хотите это сделать? Да, ради брата. Что происходит в бухте Адзаму? Люди пытались отбиться, но без успеха. Кто жив теперь в плену или в рабстве? Но Таку ты не видел? Нет. Но видел, что в кузне кто-то работает. Может, это он? А вы давно друг друга знаете? Со времен моей глупой молодости. Я только начинал варить сакэ, и первую партию продал Юни. По вкусу это была конская моча, зато дешево. Поначалу Така помогал мне его продавать. Только он для этой работы не годился. Ему рассказывали слезливые истории, а он раздавал сакэ. Бесплатно. Монголы. Чтоб их. Полезайте-ка в телегу. Их не так много. Я справлюсь. Нет, Дзин. Така совсем рядом. Не надо. Ладно. Полезли туда-обратно. Прям троянский конь у нас тут, да? Вдруг телегу обыщут. Ты сказал, твои не трогают. Да у городских ворот. Здесь я монголов еще не видел. Руки! Прошу, кончите бой! Эй, стой! Выпивка! Выпивка в бухту Адзаму! Ага, выпивка. Ну, живей. Повезло. Уже недалеко. Что там за крики? Неважно, сидите тихо. И так же мучают моего брата. Твой брат искусный кузнец. С ним не будут так обращаться. Тебе откуда знать? Жесть, что творят-то, блин, а? Тихо там, подъезжай. Интересно, что они говорят? Кто ему знает монгольский, напишите. Бухта Адзаму. Территория монголов. Надо же, получилось. Ох, беда. Кто-то крепко разозлил монголов. Они полгорода сожгли. Не дай им протрезветь. И отвлекай их. Уж постараюсь. Береги себя, Кэнди. И вы, господин. Така нас ждет. Идем.
Когда закончим, встретимся на перекрестке возле города. Надо забраться повыше и посмотреть. Сюда. И помни, не поднимай шум, чтоб все тихо. Да, иначе пленники пострадают. Эй, захватчики! Наверное, в город. Наверх. А вот кому побить. Смотри, у ворот. Вон главный, работорговец. Ублюдок. Оценивать пленных, как лошадей. Он приведет нас к Таке. За ним. Понятно, ладно, давайте. Теперь вот сюда. Присаживаемся, присаживаемся, я сказал. Он с той стороны идет, главное его сейчас не потерять. Давай здесь, наверное, лучше наверх. Где он там был? Вон. Так и не попытался выбежать. Он умный. Идем. Да блин. А, тень какая-то странная, да? Вам так не кажется? Чего-то они переборщили. Ой, что-то не то пошло. Я не буду твоим рабом. Тихо, тихо, тихо. Можно было бы кого-нибудь замочить? Было бы прекрасно просто. Давай сначала на крышу тогда. И он идет туда, дальше. Но лагерь такой не маленький. Вот тут целый город, точнее, не лагерь. Город такой не маленький, я смотрю. Чего тебе? Ваш кузнец так работает кое-как. И это он вам назло. Я знала, так и здесь. Других кузнецов здесь нет. О, я тоже кузнец. И я гораздо лучше. Двоих кормить не стану. Я от него избавлюсь. Но ты будь готов работать. Этот мерзавец убьет Таку. Ну пускай он нас сначала приведет к нему, а потом мы убьем его первым. Ну там что-то многовато. Монголов. Монголов. Идем за работорговцем. Если он первым дойдет до Таки. Держись рядом, Юна. Я найду дорогу. А, я так понимаю, а как нам тут дорогу найти? Вы, конечно, интересные, но как это сделать? Подожди. Где он вообще? Он идет дальше. Тихо, 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 тихо. Тихо. Что делать-то? Просрали. Бежим. Вы привлекли внимание. Да, а как там обойти? Слушай, я вообще не понял. Вот честно, там как там обойти-то, блин? Там со всех сторон монголы. Вы поняли? Я что-то как-то не очень. Ну вот смотри, мы здесь. Вот он идет туда. И как я должен обходить? С этой стороны, что ли? Тихо,
тихонько, типа, их можно убивать, да? Тогда, в принципе, все ясно. Тихо, стой. А, да ты брось, серьезно, ну я уже был так близок. Ну я был так близок, слушай, ну как это сделать? Давайте думать, я думал стелс будет простой, нифига не простой, непонятно, может я что-то не вижу. Вот серьезно, может я реально что-то не вижу? А, я здесь, сохранение было, хорошо, обманули игру. Ждем. Чую, побег из города будет тот еще. У кого-то замочили здесь, судя по крови. Бедный Квурк. Мне нужно отдохнуть. Пожалуйста. Так, вот он. Не надо! Юна. Так, а? Тебя пытали? Все позади. Уходим. Нельзя. Нас схватят, как остальных. Это господин Сакай. Он защитит нас. Доверься мне, Така. Нам нужна твоя помощь. Постараюсь, господин. Через них и выйдем. Ну там же монголы есть, по-любому. Придется, видимо, бежать, сверкая пятками. Работорговцы нашли. Нас убьют, надо прятаться. Нет, уходим. Влезем по ящикам. Куда теперь? Кензи ждет на перекрестке. С вами Кензи? Если выбрался живым. Ну, указывает куда-то в ту сторону, то есть нужно обойти скалу. Короче, нажимая вот так вот, типа, ну, проводя пальцем по тачпаду наверх, да, можно вызвать ветер, который укажет путь. Это очень удобная фигня. Тихо, стой. Ладно, хер с ним, давайте уже биться так биться. А, вот видишь, он меня обманул как. Следующий. Бежим. Вот сволочь. Все? Вроде да. Но можно было их обойти. Можно было не драться. Но что-то мне захотелось. Очень уж мне нравится здесь драться. Куда-то вот сюда нужно. Вон еще монголы. Прячемся. Куда-то в эту сторону. Там еще справа монголы. Вон там, видели? Уже не видно их, нифига. Вон они идут наверх. По склону. Указывай чуть правее теперь. Вон. Всадники, это за нами. Спрячьтесь в траве и сидите.
Это Кензи! Така! Ты живой! За тобой следили? Нет, но ко мне идти нельзя. Там повсюду монголы. Пора идти. Нужно отойти подальше от бухты Адзама. Ты мой хороший. Думаю, мы ушли. С утра не встретили ни одного монгола. Надо понять, куда идти дальше. Впереди есть место, откуда видно всю Идзухару. Все хорошо? Мне бы сейчас выпить и выспаться. С первым могу помочь. Така, ты что-то притих. Впервые за много дней я не жду, что вот-вот умру. Мой господин, я благодарен вам, но откуда вы знаете Кензи и мою сестру? Я обязан Юне жизнью. В этом мы похожи. Высота лучника называется место. Чую, там сейчас будет красивый вид, да? Если б только не туман. Тяжеловато ехать в седле всю ночь. Камацу будет за тем утесом. У них есть кузня. Одна из лучших на острове. Дзину нужно что-то, чтобы перелезть через стены замка Канеда. Так, а ты что-нибудь придумаешь? Господин, я сделаю все, чтобы отблагодарить вас за спасение. Спасибо. Така, Кензи, отдохните немного. Нам нельзя здесь задерживаться. Ну как ты? Мой брат снова со мной. Он напуган. Вы сможете доехать до Камацу? Така отдохнет, и поедем. В бухте Адзама остались и другие пленники. Ты хочешь их спасти? И покарать тюремщиков. Хорошо. Отправляйтесь в Камацу. Я приеду, как смогу. Дин, спасибо. Не, мне понравилась, интересная миссия была. И диалоги крутые, кстати, хочу отметить. Не, ну клево, клево, что я могу сказать? Ну-ка, что я хотел сделать? Во-первых, у нас там появилось, наверное, новое задание или нет? Секундочку, да, смотри. Молот и горн. Потом здесь у нас кровь на траве. И тут у нас алтарь для даров. Доступно даров один. Хорошо. Там еще сайды где-то были. Да, вот здесь еще две истории. Мы их тоже пройдем уже в следующей серии, ребята. Что хотелось бы сказать. Сначала нужно сходить в коллег. Нет, стоп, техники. У меня есть, да, два очка. Давайте что-нибудь прокачаем. Что это такое? Идеальное парирование восстанавливает небольшой объем здоровья. Давайте, пускай будет. Что у нас тут? А удерживая блок парированием, отбрасывайте снаряды противника. Хорошо. Я тебя понял. Дальше, снаряжение. Что у нас появилось? Одеяние, смотри. Шлем. Типа новый шлем появился, да? Вот еще такая штука есть. Вот такая. И вот такая. Ну давай я пока одену, наверное, облачение путника. И тогда эту фигню можно снять, в принципе. А то выглядит странно достаточно. И вот так. И, наверное, на голову что-нибудь надену вот такое. Вот так. Нужно прокачать будет обязательно. Вроде как у меня почти все есть. Нет, ничего нет. Мне не хватает припасов. Хорошо, буду их искать. Что еще хотелось бы добавить? Смотри, что-то еще тут. Типа можно сделать, я так понимаю, да? И, а, это типа улучшение. Нужна шкура хищника. Вместимость увеличит, ясно. Теперь буду иметь в виду. Это хорошо. Что у нас тут? Типа очередной оберег есть какой-то, да, я так понимаю? Оберег решимости, смотри, увеличивает обретенную решимость на 15%. Оберег свирепости, усиление урона в ближнем бою среднее. Ага, а что у нас тут стоит? Ага, вражеские стрелы не наносят урона. Ну давай, почему нет?
поменяем. Там еще в коллекции новые артефакты у нас появились, важные предметы. Смотри, бегство семьи. Ну, этот мы уже читали с вами. Ладно, все, я думаю, ребят, на сегодня хватит. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписывайтесь на канал. На Telegram, Facebook, Twitter подписывайтесь. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch. Там проходят трансляции. На второй канал. Там записи трансляции выкладываются, если вы их пропустили. И на третий канал подписывайтесь. Там будут выходить ролики про игровую индустрию, как только у меня появится время. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.